Так, всем привет. Всем привет! Сегодня мы будем играть в Modern Mystery. Ага. Я опять не играю первый раз, да? Не играл? Что Тебя делать? выиграло вот сюда, да. Вот полностью. Нажимай на третью. Сюда? Угу. И вот. Ага, что? Все, все. Угу. Вот сервер. Все. Ты заходишь. Murder Mystery 2. Не просто Murder Mystery. Просто. И знаешь что? Ты можешь у меня разные вещи взять. Что могу сделать? Ты можешь у меня Play разные нажимай. Вещи взять. Смотри, что нажимать? Не. На нижнюю. Нижнюю? Все. О. Я ты воин где? с мечом. Ты где? О! Не знаю. О, вот, привет. Бежим за мной. Давай. Нажимай. Пап, нажимай на эти очочки. Какие? Вот. Чтоб понаблюдать, мы еще не в раунде. Я знаю, кто убийца. А мы когда зайдем? Когда всех убьют или время кончится. Пока. Пока может снять очки. Ты когда-то сказал, побежали за мной и сами. Что делать надо будет? Надо драться? Будет убирать от Мандера или подстреливать Мандера. Зачем стрелять? Или если ты не Мандер, а Шриф, ты должен подстрелить Мандера. А у меня пистолет если... будет? Нет, это Рома. Выбирают, или... кто будет. А можно переодеться или нет? Нельзя. Тут чем мы с Ромой в игре нельзя, а вот просто можно, если выйти. Ты как так высоко прыгнул? О, это или так же я прыгаю? Так же. Мы просто быстро падаем. Ром, походу, и тут можно трейд предлагать. Например, я тебе предлагаю сюда отменить, сюда согласиться с трейдом. Ага. Все? А ты зачем мне трейд предложил? У меня не нету знаю. Вещей. У тебя, а у меня есть? Все, пистолет какие были нарисованы. У тебя только пистолет у меня обычный. У меня тоже есть. Че? Пистолет. Да. А как его достать? Только в раунде. Это что такое появилось? Крестик нажимаю. Время кончилось. Бежим за мной. Сюда. Вот я стою. Прям карту выбираю. Так. Сейчас он не появится. И давай посерединке. Ром, не успел, что ли? Ром, ты с нами? Я денсить буду. Какой хочешь? Третий. Пап, нажимай и выбирай. Все, ты смеешься. Все, ты дэнсишь. Ты кто? Ты Мандер! Я Шриф. Да, ты Шриф. Что делать? Привет! Пап, ты где? Мне скоро будет пушка. Я должна тебя найти. Ты где? Ты мне помогать будешь? Нет. Я так. Не могу, я не житель. Нет, с пистолетом в руках ходить? Нет. Прятать? Да. А то Мандер увидит. А это кто такой? А как я узнаю? Он же... Если... Вон он в этом, с ножиком. Убегай! Ты должен стрелять. Ром, пойдем! Ну, нож. Так тупо. Блин, не подбили, я был не готов. Я хотела его подбить, меня тоже убили. Да, ты чем могла подбить? Пестиком! Там я вообще пистолет не знаю, какая. Что там, надо... прицел есть у пистолета? Да, если только сделать экран поближе. Вот так вот. И ты, у тебя есть такая тогда нацелка. Прицел, тогда прицел появится, да? Ага. Мышка это нацел. Если взять в руки пистолет, тогда есть нацел. Ты можешь так нацеливаться. А вот так тоже мышка, если на виду, то попал бы, да? Да. А-а-а.
А так ты... Вот так, куда навел, тогда и стрелял, да? Так, тыш-тыш. Я же не знал, как стрелять даже, ты мне не сказала. А я не ты знал. Первый уровень. Конечно, я первый уровень, я вообще а да. Я... Мне сразу пистолет дали. 11 уровень. А если нет ни пистолета, ни ножа, что делать? Ты, значит, мирный житель. И ты должен делать? убегать от Мадера и искать шрифа, чтобы, если шрифа убьют... Получить пистолет. Да, и подбить Мадера. Все, понятно. И ты станешь героем. Хорошо. Давай пока по бензин. У меня квадратная башка, ты заметил? Специально такую сделал? Да. За мной? Да. Мы можем другое. Давай вот это. Какое? Вот. Последнее. Че, они куда пошли вот там бегать? Все. Просто... Тут куда можно сходить? Я убежал. Есть секретное место. Показывай. Молодец, туда надо как раз. Ой. Все, тут можно проскочить, и мы в секретном месте. Ага. Привет. Сейчас комнатушка. Дальше никуда не пройти. А, я застряла. Лиза, Лиза. Тебя давай, проходи. Ну, давай, как ты застряла. Я застряла. Прыгай. Ну, выйди с сервера, еще раз зайди, что ли, ты не будешь. Все, я вырос. Я все. Там еще кто-то, потому что ты лезет, похоже, нет? Там еще кто-то стоит, поэтому ты застрял. Он стоит и не дает пройти. О, все! Мадер, плохо. Тебя. Крестик, убили. Закрывай. Да, закрываем. Мы застряли. Подожди, сейчас я выйду. Все, вышло. Назад надо еще. Идти. Назад. Назад. Понимаешь? Не. И прыгать. Так, назад. Придумали. Вот так идти. Смотри, там просто человечек стоял какой-то, он не давал пройти. О, это Рома. Рома нас перекрыл. Так. И опять шрифт? Да! Так, и что вот мне делать? Вот ты крутой! Ты пестиком можешь всех... Вот еще кто-то с пестиком бежит. Девочка с пестиком была. Лиза, я тебя вижу. Привет. О, бегу. Я мирный житель. А у тебя тоже пестик висит? Где? Вон. А, я им не могу воспользоваться. Это о, что? У тебя Рома, появился. Это такой. А ты чужой, убегает всех на всякий случай. Только не Мадах. Так, я все еще не умею стрелять. Приблизь экран. И где мне встать? Где-нибудь. Если найду Мадера, вы... я скажу. А как? Подожди, я хочу тебя найти. Ну где? Я в гараже, где машина. А, я там появилась. Как садиться? Тут нельзя. Блин, чувак, я спрятался за машину. Шериф. Который хочет просто спрятаться и сидеть. А подстреливать кто будет? Так. У тебя сколько монет? Что такое? А что тут имена не пишется? Это он. Что такое? Время! Время вышло. Победили? Почему? А, он просто вышел. Мадер вышел. Ну вот, не захотел никого убивать? Да. Был добрым. Вот, бежим. Сейчас сразу опять начнется? Бежим сюда, где я. Сейчас карты появятся, давай. Вот, первый. Где я стою? Угу. Тут давай подденсим, посмеемся. Давай поденсим, посмеемся, брюхо повытаскиваем. Че потаскиваем? Брюхо? Да, вот. Скажи-ка. Смотри, я могу вот так сделать. Так. И вот так. Уи! Кто я? Innocent я. Мы мирные жители. То есть английский похоже не очень. Ой, это чувство.
Рыцарь, успех. О, лис на голове стоит. Бежим сюда. Ой, что это было? Тебя сразу подбили. Рыцарь оказался с ножом. Рыцарь Мадер. Что-то мы, да, расслабились. Я убежала от рыцаря. Так, кто-то уже и стреляет. О, я выжила. Ты выжила? Да. Прикол. Прикольно, прикольно. Я выжила. Выжила, я выжила. Бежим. Карту выбирать скоро надо будет. Так, сейчас они подъедутся. Давай. Вот. Где я стою? Где больше человек? Вот. Мы дружная компания. Смотри, брюхо повытаскиваем. Смотри. Видишь, нажимай эту кнопку. И вторая, вот эта. Сейчас. Два нажимай. Два. И четыре. Вот, четыре. Мы мирные. Опять. Ты где появился? Я где я тачка? Я в ванной. А я где тачка? Рыцарь только что пробежал. Еще один человечек стоит. Это Рома. Рома это? Рома! Так, кто-то уже стреляет. Help! Help! Что делать? Эй! Бегай! Это шериф теперь? Да! Шериф! Это шериф. Рыцарь шериф. Рыцарь плохой, то рыцарь хороший. Угу. И кто вот за ним бегает? Вдруг это Мардер бегает за ним. Угу. А, точно! Убегай! Он бежит за мной или нет? Угу. Я тут убежал. О, привет! Привет, Лиза, убегай от него. Он за тобой? Я не знаю. Я теперь забыл, где он. Да. Он продолжает кого-то резать. Он там! Куда не пойду. Да, он там. А он мог... Он там пистолет не может поднять? Не может. Он же Мадер. Он охраняет пистолет. Да. О, что, кидает ножи, что ли? Да. А я могу нож поднять? У тебя нету его. Нет, он кинул его вон в стену. Как ты можешь? У тебя же нет. Приветик. Пошли отсюда, там вообще нереально. Жёстко. Но он хитрый, он будет так стоять возле пистолета и все. Если его кто-то угонит за собой. А кто как его угонит? Вот за этим. К ним. Он стоит, ножи метает. Угу. Не беги! А где пистолет? Я пистолет не вижу. Вон он, зеленый. Где? А, убегай, он стреляет в тебя. Не вижу пистолет. Зеленая? Да. Ну-ка, ну-ка, там, давай, давай. А я его не стукну, ничего не могу, главное. Блин, я на нож нарвался. Я лучше убегу. Ну что бегать, давайте что-нибудь сдавайте. Я боюсь. Хитрец такой он. Пистолет стал, охраняет. Пусть Ромашка сидит. Как сесть? Ты должен это купить за денежку. Нифига себе. Вот так сделали игру. О, пострелили, Мазер. Отстрелил? Да. Он сумел? Да. Круто. Круто. А я выжила. Ну, я там, да, чуть ножа не увернулся. Убегаем? Пап, пойдем карту выбирать. Пошли. Сначала подождем, когда это появится. Так, и давай. Вот. Куда все пойдут? Первую, первую, первую. Вот сюда. Уи, привет. Давай повытаскиваем, сделаем вот так. Уи. Надо каждый раз так делать. Ты только один раз ну, так делаешь. Вот я. Ну, на клавиатуре чуть поудобнее, чем на планшете. Все вместе. Ой! Кто? Мирный? Опять. Мирный зайчик. А я Мадер! Я Мадер! Ладно, давай, давай. Мочи всех.
Я сейчас замочу вас всех, как духа. Давай-давай-давай, не поддавайся. Я не могу. А чё, карта как называется? Ребята, я знаю, кто тут мардер. Я вам не могу сказать. Может, могу, но не хочу. Ну не говори его. Вот, конечно, давай, мочи всех, выиграй, Лиза. Я не могу, я где-то непонятном месте, я не могу выйти. Нет, поставь напоследок. А? Помните. А! Тебя что, убили? Нет. Че, он стреляет, тренируется? А патрон бесконечный у шлифа? Угу. В другой раз буду шлифом, получусь стрелять. Нехорошо получилось. Где ты не умеешь? Ого, блин. Вот меня вот не здесь. Найдут. Меня не найдут. Да не надо, чтобы тебя не находили. Давай, приходи вот здесь тут все. Вот, везде. Я уже Рому замочила. Давай, давай, Рома, это была легкая цель. Давай других вон. Он тут сидел, а я его давай, замочила. Давай, давай, давай. Он, наверное, YouTube смотрит. Приходи, а, приходи ко мне? Приходи, этот, тут полно народу. Ого, я нашла выход. Приходи сюда, где светло, где там полно. Я выход нахожу, чтобы выходить. Я пока не знаю, Лиза, кто шли. Надо же сказать, как тебе мне выбраться? Тут. О, вон шриф. Видела? Лучше я от него буду убивать. Так ты его первым зарежь лучше. Да, я к нему хочу попасть. Но я не могу, я выход давай не могу. Давай выходи, ты что в там темноте? Я выход не могу найти. Лиза, Лиза. Чё? Поднимайся. Я выход не чё, могу найти. Чё, тормозить начало, что ли? Нет, просто выход не могу найти. Ну выйди из этого лабиринта, вот же ты. О, за... я вышла. За кубиками где-то стоишь. Вот, подходи сюда, мы здесь, все здесь прыгаем. Ты потерялась. Я забыл, вот, не вот это же? Нет. С пистолетом кто? Вон тот, который наверху стоит. Да. Ну-ка, если я к нему подойду, что будет? А как туда наверх подняться? Вот тут специальный кубик есть, где я. Ну и чё? Что? Он просто бегает. Чё он стреляет? Угу. Он всех решил убить, что ли? Угу. Я должен у него свой нож. Он тоже решил просто выиграть. Давай скорее, это время выйдет. Я не знаю. Вот я не кубик. Вижу. Я не... Или к нему подойдешь, он убьет нас. Никто ко мне не подходит. Боже, убил его вот этих двоих хотя бы. А, ну то убей. Время вот. Вот именно я тебе говорю, хотя бы кого-нибудь можно было убить. Эй, Рома, Рома. Я первый раз как будто бы ломаю. Ланч! Я выжила! Ланч! Ланч! 80 монет. Лиза, приходи. Все хотят туда. Давай ко мне. Не успели. Че? Я не успела выбрать карту. И че кто выбрал? Не знаю. Вот здесь было много. Девочка с музыкой. Музыкальная колонка, музыкальный рюкзак. Опять мир нет. Я тоже нет. Где-то в лаборатории. Че, как будем здесь действовать? Так, где шли? Коридоры узкие, тут если попадется он. Иди в середину. Куда я прошел? Знаю, кто мать. Он как-то через решетку проходит. Кто? Девочка с хвостиком! Ага, а шриф кто? Надо шриф, к шрифу поближе. Я шрифа не знаю кто. Не вот эта девочка с рюкзаком? Не она? Нет. Девочка с хвостиком мат. Карту. И чё? Я тоже так сейчас пропаду? Ты можешь. Собирай монетки. Как она так пропала?
Это... Кого-то зарезали, Лиза. Еще кого-то зарезали. Где шериф? Это кто? Рома? Да. Не пасть. Рома, я тебя вижу. Хей! Hey. Hello, о, это чувак с ножом. А, он матер! Да. Это он матер! Хороший. Охотник. О, я сейчас телепортирую. Где-то нож взять, ой, вернее, этот пистолет где-то валяется, наверное, да? Да. Я телепортацию сделал. Как делать телепортацию? Чё нажимать? Ничего, надо ждать. Это кто такой? А, не знаю. Нет, не оно. Это не мадер. Папа, ну подходи. А куда дело? Жди, жди. Скоро будет, скоро. Точно? Угу. Всё, ты можешь. Всё, привет! Привет. Я мирный. О, вот это не мирный! Он сейчас... Это ну чё вы тут сейчас кучу собрались? Лиза, Лиза. И я тоже. Давай ко мне, Игорь. Всех нас собрал. И снова сел. Он всех подбил. А как кидать нож, Лиза? Надо, я потом подскажу. Я забыла сама. Мне, в принципе, без разницы. Подожди, выходи. Отходи, ты что? А мне без разницы. О, я за твои все-таки. Вообще без разницы. О, Рома за нашу. Всем без разницы. Мы! Мадер Мистери, куда игра? Мадер Мистери, куда я игра? Мадер Мистери, куда я игра? Мадар мистери, мадар мистери, мадар, мадар мистери. Нас отправляет папа. Да, мирный. Я снова мирняк. Я мирный. Мирнашки, привет. Куда знаешь, что мирный или не мирный? Мы с тобой мирнашки. Да. А в остальные вон те двое? Не знаю. Я тоже. Бежим сюда. Эй, ты все мои монетки забираешь. Там двое бегут. Что делать? Убегаем от них. Они сами убежали. Но они снова бегут. И снова убегают. Они просто боятся тебя. Да? Ой, кто-то кого-то режет. Это не она была. Все! А как те, кто еще? Пострелили, пострелили, пострелили. Мы там же пары не видели. Я почти увидел. А, вот он. А, ты... Они за... Они к тебе ходили. Они к тебе подходили. А, это как раз этот опять в доспехах был мардером. Угу. Бежим карту выбирать. Точно можно выбирать. Нет, давай за первое. Ну, давайте первый, так первый. Хотя я в отель бы ходил. Ну, давай. А, все, уже первый. Хотя не первый. Думаешь, не первый, на третий попал? Так, туда мы сходили, в секретную дверь. А еще что-нибудь есть в секретной? Нет. Такая игра прикольная. Ну, вот здесь вот более-менее дом сделал. Так. График. Смотри, кто со мной из друзей играет. Вот. Трое только. Рома. Девочка, и... девочка какая-то, да, тоже? Да. А, я мирняк. Я тоже мирняк. Вы в полицейском участке, да? Угу, это не наш. Подходите, подходите, следующий какой. Это кто такой? За мной не побежал. По-моему, он не опасен. Ого! Профиль, ты висишь? Лиза, в эту игру вообще мне тяжело в ней играть. Прикольно этот? Да, ничего не получается.
Ты можешь вот так сделать. Я так сделаю. А что тут делать надо? Где? Карту надо выбрать. Что тут делать надо, я пишу. Что делать? Что тут делать? Военная база. А что тут делать? Не пишешь, что делать? Угу. Восклицательный вопросительный знак. А что делать? А, что делать? Что делать? Не подъебал, не уж подавал. Эй. Не вижу маска. Ну что мы тут стоим? Куда все убежали? О, а что за черепушка? Да. Лиза, кто такой? Да, я пишу. Пап, видишь, это да. За ним следует просто? Я просто да пишу. Это его питомец. Ее питомец. Из Adopt Me? Че? Откуда питомец? Или в этой игре его свои надо питомцы? За денежки покупать. В этой игре свои питомцы? Тут не Adopt Me? Свои. Это здесь свои деньги в этой игре, да? Угу. Тоже. Ну. Че, мы карту выбрали? Не что? Знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Не почему знаю. Игра не начинается? Не знаю. Давай в другую. Так. Ну, все тогда, всем пока. Угу. Спасибо за просмотр. Угу. Подключаемся. Подпишитесь на канал и поставьте лайк. Точно.